Сзади, сзади, сзади. Ах, я думал, ты пошутил. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы играем в Гаррис Мод. Витька, поздравайся. Всем привет. Сейчас мы будем устраивать просто классное веселье. Виктор, убегай, чтобы ты не видел, кого я здесь ставлю, убегай. Наша будет цель убегать от аниматроников, и кто больше затащит. Так, я сейчас быстро ставлю его, давай начнем слабого. Карта очень классная, давай. Кстати, может и не один раз на ней запишем. Так, посмотрим. Так, ты чё в потолке? Опа, побежал! Все, я поставил одного боньку. Ребята, это классно. Смотрите, какая карта. Здесь туннели, и в туннелях бывают тупики. Так что, если за вами гонится аниматроник, вы можете забирать в тупик, и он вот гав за спину. Фу, конечно, испугался, что кто-то сзади есть. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Настроение у нас классное. Я отдохнул, целый день не делал ролики. Теперь я готов делать два ролика. А потом по одному. Он тебя не нашел еще? Нет, я каждый угол хожу, осматриваю. Он бегает, он бегает. Так что не получилось, что мы будем его искать. Так, ищем, ищем, ищем. По-моему, я кого-то видел. Видел, да, его? Да-да-да. Монтировку нужно. Виктор проиграл. Он остался же, да, на карте? Давай его заново поставим, потому что он бывает после смерти залипает. Так, давай я еще разок ставлю. Все-таки хочу, чтобы я немножко погонял за ним. Он за мной погонялся, заговорюсь. Ну что? Ой. Побежал за мной. Ребята, бежит, бежит, бежит. Будем смотреть, он за мной бежит или нет. Опа, опа, опа. За мной, за мной, за мной, за мной. Сюда, 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 сюда. Блин, это прикольно. Бежит, бежит за мной. Все, он... А нет, за мной, за... Главное, чтобы я не забежал в тупик, потому что будет не очень-то прикольно. Смотрим, за мной идет. Ай-яй-яй, ребята, смотрите, он очень быстрый. Я же немножко ножки начал подворачивать. О, здесь прикольная карта, круговая. Чтобы я с ним опять не встретился. Он за мной бежит? А, за мной, за мной. Витька, ты где? Я тебя ищу. Я жду, пока он тебя убьет. Нет, он за мной, он за мной, он за мной. А, тут маленький туннель, он тут не пройдет. Да, это нечестно. Это не... Давайте я его уберу. Я понял, где... Поставлю заново. Ну, это не прикольно. Я хочу, чтобы он везде прям бегал. Тихо. Вот, побежал. Так, дубль 2. Будем знать, туда бежать не надо. Но если уже другого выхода нет, то лучше бежать туда, чем умирать в лапах жестокого металлического аниматроника с запахом вонючего пластика. Вот это я уточнил. И бежит, бежит. Ну, он какой-то, знаешь, сейчас, чувствую, придется двоих или троих ставить, будет веселее. О, стой, 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 Виктор, Виктор, а чё ты убегаешь? А чё ты? Ребята, он видел. Испугал. А куда он убежал? Я так и не понял. Он за мной побежал? Все, аниматроник за мной не бежит. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Он в столб уперся. А нет, он побежал за тобой. Смотри, ребята. Ля-ля-ля-ля-ля. Видите, как он прикольно остановился? Вот так, хоп, повернул и бежит. Не знаю, настроение просто четко. Надеюсь, это настроение передастся немножко вам. И вы сейчас прям улыбаетесь. У вас на лице улыбка, и вы ставите мне лайкосик. Как это классно осознавать. Он меня убил, Виктор. Круто. 1-1. 1-1. Я не спорю, я заболтался, но если вот честно, он, вот он бежит, 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 бежит. Где-где-где, не пугай. Ребята, смотрите, здесь есть развязка, еще второй этаж. Знаешь, надо будет собрать Димона Покемона, Дашу взять, Хамелеона, Алешку, и тут все вместе погонять. Будет вообще четко. Ребята, если вы за, ставьте лайкосик. Или просто напишите «Мы хотим». И мы будем знать, и лично я буду знать, что вы этого хотите. И я вам обещаю, я всех соберу, и мы устроим просто жесткую вакханалию с угарами и со всем. Подожди, а где это чувырло? Чилипиздрик. Вот здесь вообще какая-то наркомания жесткая. Смотри, а что там? Я не буду... А! Я уже не понял, где верх, Денис? Тебя убил! Класс. Значит, он где-то здесь сзади. А ты куда шел? Ты прыгнул вниз или где ты был? Я пытался наверх залить. Вот он, вот он. А, он залип. Давайте его уберем. Я вообще не понял, где верх, где низ. Тут все как-то так странно сделано. Давай его тут ставим. Иди сюда, Витька. Давай его я ставлю здесь и будем туда убежать. Убежать, потому что туда он не идет. Проходи, проходи туда в туннель. Бежит, бежит, бежит. Витька, бежит. Бежит, родненький.
Главное, в тупик не забежать. Все, он здесь. О, бежит. Давайте сюда. Нет, не сюда, а вот сюда. Тихо. Веселье. Он испугался, что ли, меня? Он там стоит. Ребята, мне кажется, он что-то задумал нехорошее. Здрасте. А чё не может здесь пройти? Я даже знаю, кто что подумал. Марионетку. Опа, ну блин, ну так быстро. Не надо, марионетка. Мы же с тобой так не договаривались. Это было очень быстро. Все, она по карте летает. Она пыталась за мной, кстати, пойти. Да? Я теперь ее боюсь. Она очень быстрая. Я не смогу в этом лабиринте от нее слинять. Догоняй Витьку. Она меня чуть не поймала. Надо отсюда наготовить. Есть! Ха-ха! Класс! А я рад, когда ты умираешь. Она за тобой полетит. Здесь, когда будет много игроков, можно сделать, чтобы кто-то был аниматроником. Ты пробежал мимо меня. А кто-то будет убегать. Я здесь. Пошли ее искать. Давай наша цель ее и залупить монтировками. Надо ее поймать на баге и убить. Чё? Что это? Откуда этот звук был, если никто не умер? Странно это все, да? Ты слышишь ее? Мне кажется, она где-то здесь. Она была где-то над нами. Может, она орала на нас? Со всей силой мы не увидели? Наверное. Главное, чтобы я смог резко убежать. Новая комната. Вау, а я здесь не был. Я тоже. Вот это прикол. Тут можно вообще запутаться. Здесь тупик. Отсюда кажется, что поворот направо. И ты бежишь такой от аниматроников. Хоп, а здесь тупик. И тебя убивают. И ты начинаешь вонять дохляным трупом. У меня, кстати, ребята, Ксюша сидит на руках и передает вам всем привет. Прям урчит. Наверное, микрофон это не улавливает. Ты думаешь, она где-то здесь была? Не, я не буду спрыгивать. Пошли дальше искать. Пошли. Пойдем. Это прикольно. А, это надпись. Я думаю, нам уже марионетка пишет. Вы где? Вы задрали. Как мы ходим наверх? Я вообще не понимаю. Здесь гравитация, да, нарушена, я так понимаю? Не знаю. В этой части карты. Ну как так может быть, что мы по вертикальным, горизонтальным чуть ли поверхностям не ходим? Не ну, горизонтальным это понятно. Но то, что по вертикальным, мы ее не можем найти. Это странно. Скорее всего, она нас ищет, а мы от нее убегаем. Ты думаешь, мне кажется, она где-то залипла, бах, поймала. Сейчас, короче, если мы ребята не найдем, мы ставим еще одну. Я ту удалю, а новую поставлю. Так, мы здесь были, да? Мы спрыгивали, да, отсюда? А по-моему, тогда направо пошли, а сейчас налево. Пошли вниз тогда. Тут куча уровней. Так, идем налево тогда. Две штуки! Ай, шоу, блин, я дернулся! Ух, аж булки на жопы, короче, подкачал за этот момент. Короче, я поставил две марионетки, а я так дернулся, подкачались аж мышцы. Ты понял, как я дернулся. Так, я взял пистолет. Она меня видит. Она меня нашла. Димка, беги. Я живой. Я красавчик, я убегаю вниз. Убегаем сюда. Она меня не видит. Есть, я оторвался. На голову у меня такой бах. Инфаркт сердца можно споймать. Но она меня агрится. Где-то агрится, но не вижу где. Вот бы мне ее не поймать. Две штуки. Две. И скример на лице есть у тебя или нету? У меня нет. Значит, что, две за мной, что ли? И тебя не вижу. Видишь, мы даже с тобой не встречаемся. Настолько карта лабиринтовая, вот даже так сказать. Че, может больше их поставить? Ну, можно. Мне кажется, где-то они залипали. О, я, кстати, видел кого-то. То не ты над кругом что-то пробежал? Это я. Ага. Она ползает или нет? Застрял. Странно. О, дурачок бегает. О, нет. О, да. Подожди. Виктор, сейчас будет мясо. Ты где? Ты же на отходе, да? Два штуки. Ух ты, что какой? Вы видели, как он нож быстро? Ух ты, ё-моё, бедный черепашки-ниндзя. Ух, я испугался. Ой, я вижу его. А где находишься? Круговой лабиринт. Иду. Если бы я ещё знал, где это, но я иду. Опа, тебя нету. Их тут двое. Он убежал. Видишь, иди не багается, чувакечки ходят. Чувачочки. Блин, он же резко может выйти из-за угла и просто убить меня. Это будет прикольно, кстати.
Ну-ка, ну-ка. Со спины может подойти откуда угодно. Лабиринтик, чё ты? О! Откуда? Вот это он реально... Честно, я даже не видел откуда. Где у нас? Вот. Ой-ой-ой! Вот вроде я его краешком глаза увидел с левой стороны. Надеюсь, вы тоже видели, потому что я так и не понял. Вроде он там был. Так, СМГ. Блин. И тебя... Так это прикольно, вот так мне нравится. Вот так четко. Надо было проверить, этот фиолетовый человек проходит, где маленький туннель, если он там проходит... Он спрыгнул! Он спрыгнул, он очень умный. Он очень умный. Я даже не знаю, он вроде сюда побежал. Он тебя преследует. Меня? Да. Он спрыгнул со второго... Ты хоть меня не пугай так. Он спрыгнул, короче, и прям четко за тобой побежал. Идем его искать вместе. Сзади, сзади, сзади. Ах, я думал, ты пошутил. Фух, это ты, едить колотите 7000 прихлопов. Вот это ты меня испугал. А, не можешь пройти. Е, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.